Сегодня между Россией и Азербайджаном идет, я бы сказал, очень бурное развитие экономических связей. Хочу проинформировать вас, что совсем недавно, 1 сентября, состоялась встреча президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики здесь, в России, где в их присутствии было подписано 17 экономических документов. Это довольно большая цифра, которая создает большие возможности для совместной работы. Хотел бы особо подчеркнуть, что наши президенты Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдарович Алиев особенно заинтересованы в развитии наших экономических отношений, и их отношения, личные отношения, являются залогом такого развития. Особо хотел бы подчеркнуть, особенно для наших представителей дальнего зарубежья, что исторически так сложилось, что Азербайджан всегда являлся поставщиком ранних овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции в Россию. Мы занимаем ведущие позиции в поставках таких продуктов, как томаты, орехи, хурма, гранат, айва, фейхуа, виноградные вина, компот, варенье. И я должен сказать, что россияне довольны качеством продукции, которую поставляют из Азербайджана. И вы знаете, помимо коммерческого аспекта, мне как послу хотелось бы особо отметить, что несмотря на санкции, несмотря на кризисы, несмотря на всякие трудные периоды, традиционно и всегда как друг, как сосед, Азербайджан не переставал поставлять сельскохозяйственную продукцию в Россию. Хотел бы подчеркнуть, что за прошлый год оборот только сельскохозяйственной продукции приблизился к полмиллиарду долларов, американских долларов. По сравнению с 2016 годом рост составил 35%, а за 7 месяцев 2018 года рост уже составил более 20%. Особо хочу подчеркнуть, что Азербайджан наращивает поставку в России наших азербайджанских вин. Большой выбор различных вин, и должен сказать, что за последнее время азербайджанские вина переживают свое второе рождение. Пользуясь такой возможностью, хочу пригласить москвичей и гостей столицы на фестиваль азербайджанских продуктов и кулинарии, который называется «Осенние дары Азербайджана», и пройдет в Москве с 18 по 21 октября на Тверской площади, прямо напротив мэрии.